Всем привет, это у нас Мороженщик 4. В данном видео посмотрим интересный баг остановки Мороженщика. Давайте стартовать. Выберем режим, давайте даже легко, чтобы было пострашнее. Баг заключается в том, что если мы Мороженщику кинем в голову какой-либо предмет, его можно будет заталкивать даже в двери. Давайте сейчас это и проверим. Есть двери, которые он не сможет даже открыть. Ищем трофей. Нету. Кстати, можно бросать даже мороженку. Так, моя неделя. Ах ты, трофей нет, значит он здесь, на столе. Да, места у него не очень много. Он даже не идет. Где он? Мороженщика просто нет. Мы сейчас его с вами будем заталкивать за какие-нибудь двери, которые закрыты. Но чтобы мороженщик к нам пришел, будем шуметь неправильным введением кода. Иди ко мне. Ну или, кстати, они еще, видите, сигнализируют. Скружили голову, побежали далее. Мы мороженщику показываем полностью свой путь. Так, это к музею. Куда мы его с вами затолкаем? Как легко, смотрите, вообще. Просто слегка нужно бежать. Восьмерка. Ввели неправильный пароль, ждем мороженщика. Он, кстати, будет прям бежать. Так, ну и вас ведь можно толкать. Да. Тут всех можно толкать, когда они бездействуют. Для начала попробуем, как указано в самом баге, что подписчик затолкал мороженщика в комнату с пушкой. Чем она хороша? Тем, что мы можем это все увидеть с другой стороны через стекло. Ух ты, yes, прокатило. Мы сейчас играем на сложности. Смотрите, проверяем. Бам. Есть. И он очень долго шатается. Быстро обходим. Быстро. Успеть бы. Вау. Все, мороженчик там, ну-ка тебя. Я его затолкал. Смотрим. Все, нам пока трофей не нужен. Выкидываем на видное место. Смотрите, он бежит. Он сотрудника вытолкнул. Вот это да. Побежали заталкивать еще этого сотрудника. Кстати, у него пропуск нужно взять. Не помешает. И так можно каждого сотрудника запихнуть. Сейчас давайте с вами найдем код. Он очнулся, но анимироваться не может. Успокоил. Ну, конечно, в стоячем положении легче толкать, мне кажется. Ну-ка за дверь. Да, получается. Тоже лег. Ну-ка, двоих можно толкать? Да, можно. Как вас затолкать к мороженщику-то? Смотрите, они еще умеют кричать. Это версия 1.0.1, самая последняя. Мы заодно проверяем возможность заталкивания этих малышей тоже к мороженщику. Кстати, он меня может поймать, наверное. Ошибка, что-то там майзум как будто бы. Ждем, чтобы очнулись. Так, один очнулся. Ах ты, одного выталкивают. Не даем. К этой двери нужен пароль, смотрите. Так как дверь кто-то трогает, то постоянно нам пишут это сообщение. Вот это точно нужно отключать, потому что не мы касаемся двери. Подсказка мороженщику не нужна. Вау, там три сотрудника. А мороженщик полностью на нас забил. Он как будто бы замер. И вообще не двигается. Все, побежали искать код. Попробуем его затолкнуть куда-нибудь. Даже, кстати, может за эту дверь. На нем протестируем. Есть комната с иксом. Это значит, что если мы туда затолкаем... Ах ты, не заходит.
Получается, с карты не хочет вылетать. Комнат-то, видите, много. Есть комнаты с иксами. Кто? Не хочет. Не хочет. Да, мои футболки очень классно смотрятся. Белые с красным. Вообще прям супер. Это вход. Последняя, в общем, настройка. Смотрим. Ничего. Ничего. Опять ничего. Редчайший случай. Ноль. 0,8. Сколько-то 3. Уничтожили. Нету, значит, здесь последнее место. Нету. На какой-то картине пропустил. Шестьдесят восемьдесят три. Давайте рискнем ввести. Но, в принципе, можем бомбочку здесь контрольную поставить. 60-83. Всех успокоил. Пушку взяли. Выкидываем. Теперь давайте дождемся, чтобы мороженчик очнулся, и мы его затолкнем еще куда-нибудь. Баг действительно сработал, и он очень полезный. Что может быть полезней? Так, из шкафчика он, скорее всего, вылезет. Эти двери недосягаемые. В шкафчик, кстати. Ну-ка, я тебя в шкафчик. Смотрите, он искрит. И уже лежит. А, все поместили. Так он еще тем более закрыт. Вау. Вот нам бы мороженщиков такой. Чтобы открыть, вам понадобится пропуск, смотрите. Мороженщик уже вышел, и это жесть. Снова вводим неправильный пароль. Ёкарный, блин, на. Но мы с вами должны показаться раньше. Это жесть. Так, круговое движение здесь есть. Иди ко мне. А, так вот же шкафчики. Здесь же есть шкафчики, ура. Заброс. Пробуем затолкнуть в этот шкафчик. Вот в такой. Это просто жесть, да неужто? Смотрите, он в шкафчике. И что будет дальше? Это просто супер. На. Он ничего сделать не может. И мы, в принципе, даже можем зайти, получается, сюда, да, к нему. Вы поняли, какая хитрость? Это один из самых полезнейших багов для мороженщика официальной версии. Давайте к нему зайдем, попадемся. Он не ловит. Приблизимся все равно. Поймал. Через шкафчик, чудо просто. Сейчас попробуем поместить его в одну из комнат второго этажа. Да, это мега полезно вообще. Вот вы так, допустим, стартуете и можете уже его помещать. Причем, вам понадобится всего лишь какой-нибудь предмет. Даже бомбочку можете не брать. В туалете бессмысленно. К Борису. Но сам Борис нас может поймать. В шкаф он откроет. Так, кстати, где-то здесь была мороженка. Вот она, да, розовая. Видите, взрывная волна появляется. Пробуем в шкаф. Мне кажется, шкаф на изи откроет. Ах ты, вообще, легкотня. Вау, еще комната со стремянкой есть. Ну там так-то доски. Через доски не переходит. Кстати, если отсюда его вести. Выбора-то нет, давайте толкать наверх. Может так дотолкаем? Потому что он сам вряд ли пойдет на призраке наверх. Реально можно, можно, можно. Вау. Я просто повелитель мороженщика теперь. Отличный баг. Раз Борис не нападает, можем попытаться его запихнуть сюда. Нужно, чтобы Борис отошел. Ох, что он сделал?
Мороженщик оттолкнул Бориса. Смети за дверь его. Все. Все, мороженщик здесь. Давайте попробуем к нему залезть. Да, он здесь. Ну-ка смотрим, что получится. Проходим игру. Останется ли здесь мороженщик идти в конечной сцене? Мы сегодня с вами сделали супер проверку. Клетки открыты. Друзья спасены. Мы сейчас будем грустные стоять у компа. Разве что здесь кнопки нет. Это похоже другое место совершенно. Да, дверь-то есть, а мороженщика нет. Все понятно, это значит, сцена происходит совершенно в другом месте, она просто скопирована. С помощью этого бага мороженщика можно пройти комфортно на любой сложности. Оцените баг лайками, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.